Титов рассказал об ухудшении состояния здоровья и написал завещание. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо двоюродной сестре. Наталья Каплан опубликовала его на Фейсбуке. Она сообщила о критическом состоянии здоровья Сенцова и подтвердила, что он написал завещание. В письме говорится, что у Олега Сенцова гипоксия – это нехватка кислорода в органах. Цитата: «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности не имеют». Режиссер также отмечает, что не надеется выйти из колонии строгого режима на Крайнем Севере. Его обвинили в подготовке теракта в аннексированном Крыму и приговорили к 20 годам заключения. Вину он отрицает. В письме Сенцов также отмечает, что прекращать голодовку не намерен. Он объявил ее почти 4 месяца назад. Сенцов требует освободить украинских политзаключенных, которые отбывают наказание в России. Защита и родственники режиссера говорят, что за время голодовки он потерял более 20 килограммов, а также пережил сердечный кризис. Освободить Сенцова призывают мировые деятели культуры, правозащитники и западные политики. Суд в Москве сегодня рассматривает продление меры пресечения 6 обвиняемым по делу нового величия. Следствие утверждает, что они создали экстремистское сообщество. Ранее сами обвиняемые их защиту уверяли, что устав для них написал сотрудник ФСБ под прикрытием. За ходом заседания следит наш корреспондент Наталья Шагирова. При этом и Мария Дубовик, и Анна Павликова уже находятся в здании суда. Причем, как в суд заходила Аня Павликова, мы видели лично. И что хотелось бы отметить, что с момента, как Аню перевели из СИЗО под домашний арест, она стала гораздо лучше выглядеть. Как мне показалось, у нее прошел невроз, о котором много говорили на судах. И вообще даже чисто визуально девушка выглядит гораздо лучше. Что хотелось бы отметить, на удивление, несмотря на то, что обычно на дело нового величия собирается и большое количество журналистов, и людей из так называемой группы поддержки, сегодня у Драгомиловского суда народу очень мало. Причем и у суда, и у здания суда. Хотя появилось даже в Фейсбуке мероприятие, в котором людям предлагали собраться и прийти к суду и поддержать девушек. Я напомню, что 16 августа Драгомиловский суд перевел Марию Дубовик и Анну Павликову под домашний арест. До 13 сентября они находятся под домашним арестом. И вот как раз сегодня суд будет решать, оставлять их под домашним арестом или избирать какую-то другую меру пресечения. Международный уголовный суд ответил на критику США заявлением, что он продолжит работу в соответствии с принципом верховенства права. Ранее Вашингтон предупредил суд о возможности санкций. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал суд нелегитимным и опасным и сказал, что Вашингтон будет противодействовать любым его попыткам подвергнуть преследованию американских военных и сотрудников разведки за предполагаемые нарушения в Афганистане. Болтон также поддержал решение американской администрации закрыть в Вашингтоне представительство Организации освобождения Палестины. Причины решения назвали отсутствие эффективного диалога с Израилем и иски палестинцев против израильтян все в том же уголовном суде. Он был образован в 2002 году, США среди его участников нет. В теории, Международный уголовный суд должен наказывать тех, кто совершает самые вопиющие преступления, добиваться справедливости для их жертв и предотвращать новое беззаконие. Но на практике суд неэффективен, неподотчетен и очень опасен. Соединенные Штаты будут использовать все необходимые средства для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования незаконным судом. Ким Чен Ын попросил Дональда Трампа о новой встрече в Белом доме. Рассказали, что президент США получил очень теплое и доброжелательное письмо от лидера КНДР. Трамп уже поручил начать подготовку встречи, несмотря на отсутствие конкретных шагов Северной Кореи в сторону ядерного разоружения. Оно упоминалось в заявлении по итогам после первого саммита двух лидеров в Сингапуре. Однако конкретных деталей в документе не было. А советник Трампа по национальной безопасности Болтон вчера назвал состояние отношений США и КНДР патовым. «Мы держим дверь открытой», — сказал Болтон, — «но не можем заставить себя Северную Корею в нее войти». Завод «Крымский титан» в городе Армянске оштрафован на 700 с лишним миллионов рублей за негативное воздействие на экологию. Деньги пойдут в российский бюджет, об этом сообщается на сайте Росприроднадзора. При этом о выплате компенсации пострадавшим в документе речи не идет. Работа предприятия полностью приостановлена. В конце августа на заводе произошел выброс сернистого ангидрида. Власти аннексированного Крыма пришли к выводу, что причиной загрязнения стали испарения из кислотонакопителя. Жители полуострова жаловались на сыпь, рвоту, а также першение и боль в горле. Из Армянска были вывезены более 4000 детей, а все школы и детские сады закрыты на 2 недели. С жалобами на аллергические реакции обращались и жители соседней Херсонской области. По их словам, здания и деревья покрылись маслянистым налетом, а все металлические предметы – ржавчиной. В Киеве считают, что расследовать ситуацию в Армянске должна Международная комиссия экологов. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. Увидимся.